Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей, он же Моряк. В этом видео я хочу показать вам элементарный карточный фокус, который не потребует от вас никакой ловкости рук и вообще каких-либо познаний в картах. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я использую одни из моих любимых карт на нынешний момент. Это карты Феникс. Кому интересны карты эти, значит, ссылку на обзор и на покупку в проверенных магазинах в описании к ролику ищите. Итак, для этого фокуса мне необходимо взять 4 карты. Одинаковые карты. Я возьму 4 тузов. Вот вам 4 туза, уважаемый зритель. Теперь возьмите и уберите этих тузов в любое место вот между картами. Ну, к примеру, вы вот так вот убираете их, вот так вот вставляете. Что ж, хорошо. Потасуем. Теперь я буду перетасовывать этих тузов различными способами. Начну я с детского способа. Раз, 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 раз. Пару раз подсниму. Теперь я начну тасовать это младенческим способом. Так вот. Так вот. Так вот. Снова подсниму. Теперь я буду тасовать сверхмладенческим способом. То есть переверну, брошу. Переверну, брошу. Снова подсниму. Люблю я такие способы тасования, они самые необычные. И разложим теперь все это дело на 4 стопки. Перевернем это раз, перевернем это дельце два. И теперь положим это все вот сюда. Как следует перетасуем. Различными нашими способами. И разложим. И единственные карты, которые у меня остаются лежать лицом вверх, это 4 туза. Вот такой вот простенький и элементарнейший трюк. Кому он интересен, то сейчас появится ссылка для перехода к обучению этому фокусу. Но прежде, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, и тогда вы автоматически станете участником нашего конкурса. Ну что ж, смотрим обучение.